добавочку. Добрий вечір, шановна публіка. Добрий вечір, пані Тавонова. Здоровенькі були. Анатолій, привіт. Здоровенькі були, друзі. Раді вас всіх чути, бачити. Володю, привіт. Як справи? Добре, все добре. І взагалі, ну, треба відзначити всіх з прошедшим святом, з Днем Незалежності України. Це свято дуже-дуже приємне свято. Це дуже гарне, приємне свято, але найкраще це свято буде тільки тоді, коли ми відновимо наші державні кордони, повернемо території, і коли збірна України ще виграє кілька шахових змагань. Ну, об этом ми поговорим же, то есть, да, так, обязательно так, о шахових змаганнях ми поговоримо. Действительно, много событий произошло. Опять же, ждем ваших, дорогие интернет-зрители, ждем ваших баек, новостей. Возможно, вы выиграете. И Анатолий, наконец, играет в шахматы. А то что-то он заскучал, я смотрю. Ну что, к новостям, Анатолий? Так, у нас немножко пропала связь. Связь с Анатолием пропала. Давай к новостям. Ну что? Я чую гарно. Тебя чуешь? Да, я тебя чую, да. Но немножко это, видишь, что-то у тебя со связью. Ну ладно, давай к новостям. Прошел первый Кубок Независимости в Киеве, да, и вот это вон на экране таблица. Довольно-таки неплохой турнир был. В турнире играл один гроссмейстер, 5 международных мастеров, двое женских мастеров. Ну, в принципе, такой неплохой состав был. И победу одержал николаевский международный мастер Пенг Ли Мин. На втором месте Гальперин Платон и третье место Эмиль Мирзоев. Ну, в принципе, довольно-таки много действительно мероприятий, посвященных Дню Независимости, прошло и пройдет. Да, ну вот, я думаю, это одно из интересных событий. Вот, ну, интересно, что я вот так, опять же, я, наверное, в прошлом говорил, я так не вижу киевлян. А, не, вот восьмое место. А я скажу, что, може, в цьому свій плюс є, що окучують київські турніри, окучують гості. Це певним чином піднімає шахову тусовку київську, може якось, через драконію, чи як це сказати. Ну, я сподіваюся на це в будь-якому випадку. Да, ну що? Да, это... Ну, еще не только это был целый фестиваль, прошли еще турниры по быстрым и по блицу. Вот несколько таблиц. Ну, вот тут уже киевляне, уже тут по рапиду победу праздновал Спартак Высочин. Да, коренные киевляне, до речи. Да, угу. И второе, четвертое разделили все тот же Пен Ли Мин, Гальперин и Вадим Шишкин, тоже киевлянин. Ну, в принципе, тоже неплохой состав довольно-таки был. Вот, и отлично, что проводится и быстро. И вот в конце, если вы видите, таблица блица, которую одержал Эмиль Мирзоев, первое место с результатом 9,5 из 11, довольно-таки много набрал. Вот, и второе, третье разделили Пенг Ли Мин и Гальперин Платон. В принципе, как это? Тройка не меняется почти, да? С редким исключением. Угу. Вот, в принципе, довольно-таки интересные турниры, да? Так, ну... Такий формат дуже хороший для турнірів, коли, Володя, чуєш? Я вважаю, що такий формат дуже класний, коли грається класика, рапід, бліц. Тобто, чим більше змагань, чим більше різних часових таймінгів, це дуже класно, насправді. Ну, я знаю, что сейчас еще идет и детский турнир Кубок Независимости, да, ну и параллельно с ним тоже идет еще один, тоже турнир, который называется Кубок Независимости, довольно-таки с неплохим сильным составом,
тут и 9 міжнародних гроссмейстерів, міжнародних мастерів, наверное. Я б уточнив, це перший ще меморіал Шестарьова, відомого нашого шахового київського організатора. От, це і в його честь теж турнір. Ну, да. Отлично. Мені здається, це важливо про це сказати. Да, конечно, да, конечно, да, і це таке двойне событие, і очень классно, что он проходит. Прошли первых два тура. Вот, ну что, о событиях мы будем рассказывать уже в следующем, видимо, тревеньках. Ну, действительно, очень сильные турниры и очень много играют. Ну, тут и иностранцы есть, если их так можно назвать. Двое бельгийцев и один чех. Тоже все киевляне, многие киевляне, и Вадим Малахатько, и Алексей Кислинский, это все киевские шахматисты. Да, но возглавляет рейтинг, опять же, вот Херсон Юрий Солодовниченко возглавляет рейтинг. Але я відзначу, знаєш, що насправді, от я так подивився, що таких швейцар давно в Україні вже таким потужним складом. Все-таки, блін, багато розмистерів, міжнародних майстрів, дуже учасників. Не, ну да, інтересно, ну, в принципі, призовий фонд этому способствує, по-моєму, скільки, 45 тисяч, да, или я правильно, я вже точно не можу сказати, дійсно, этому способствує неплохой призовий фонд, і, ну что, ну, условия довольно-таки нормальные, я думаю, будет интересный турнир. Насколько я знаю, кстати, идет и онлайн-трансляция, идет этого досок. Так что, ну что, смотрите, интересуйтесь, я думаю, интересно. Ну вот, да, и это вот... все, незважаючи на карантин. Да, это на карантин, да, будет интересно. Ой, я вообще на злу карантину, якийсь момент. На зло карантину. Да. Так, ну що? Я думаю, якби Вадим Малагатько нас зараз почув, написав в коментарях, він дуже такий ярий антипод карантинним заходам в Україні. І я думаю, що він би мої слова оцінив би, ну, великим плюсом. Вадику, якщо десь там в ефірі, майкни нам. По заслугам оцінив. Ні, ну, Вадик, я знаю, готується к партії, він буде грати завтра утром с Игорем Самуненковым, так что Вадик уже готовится. Ага. А тренер Игоря Самуненкова готовится до партии? Он всегда готов, как пионер, так что все нормально. Доброе. Так, ну давай, да, события, которые тоже прошел, тоже посвящен Кубку Независимости. Это турнир День Независимости Швепс 2020. Да, довольно-таки очень сильный турнир, собрал больше, по-моему, 320 человек, 319, да? Если 321. То... А, 321 человек, действительно, угу. Очень сильный турнир, вот, много гроссмейстеров играло, и ну, пока, ну, очень тяжело, кстати, работает античитерская комиссия, в состав которой я вхожу, и поэтому немножко итоги турнира затянулись. Надо, ну, очень много людей играет, и как бы хотелось, чтобы у нас было все чисто, чтобы, скажем так, не было там каких-то недопониманий, поэтому результаты буквально со дня на день может. Да. Ну, а скажи, будь ласка, коли представник античитерської комісії, скажи, будь ласка, коли будуть остаточні результати, бо ми всі переживаємо. Я теж учасник турніру, я теж хочу знати результати. Ну, уже скоро, буквально вот на днях будет, так что, в принципе, все сделано, да, только нам надо добро, опять же, от Ческома, вот, на опубликование этих результатов. Ну, в принципе, и тут мы от Европы залежим, называется, в принципе, так? Да, мы уже можем точно назвать, что к победителю Александру Зубову у нас претензий нету. Вот, это он первое место занял, вы тут видите на экране, и вот, действительно, играл очень здорово Александр, но, вот я этот турнир комментирую, по ходу турнира Александр мог не занять первое место, потому что в последней партии он стоял без фигуры,
Вот против Антона Ситникова, да, но Антон уронил флаг, так что вот такие тоже коллизии, но это Ну, кто в абсолютно... таких турнирах с таким контролем рахує фігури, так? Да, это блиц, конечно, это блиц, это игра, да. Вот, да, ну, в У принципе... Саши дуже гарний досвід. Я думаю, що він десь якісь моменти і фору може дати фігуру з його-то досвідом, з його майстерністю. Да, ну состав довольно неплохой. Второе место занял Егор Богданов. На третьем месте наш сборник, онлайн-сборник Владимира Нищук. Тут и Константин Тарлев, и опять же Пен Лимин, восьмое место, и Михаил Симонцев, то есть очень много. Да, вот интересно, кращие ветераны тоже были такие призы. Первое место за Виктором Яновым. Второе место Валерий Неверов. Ну, по-моему, двукратный чемпион Украины, Украины, так. да. И на третьем месте Михаил Голубев, известный гроссмейстер, известный блогер, Чемпион можно Украины, до речи. сказать, да, чемпион мира, да, вот он где-то раздобыл Швепс тоже. Ну, я вам скажу, що якраз ветеранська лінійка, перша трійка, дуже почесна, дуже приємна. І від себе особисто я всіх знаю цих шахістів. Ну, вітаю, молодці. А вот и первый приз, женский приз взяла чемпион, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, чемпионка Европы, очень много титулов Наталья Жукова и тоже с баночкой Швепса. Второе место у Насти Рахмангуловой. Так. Вот, кстати, сделаем рекламу Насти с фирменной футболкой Насти. Вот. И третье место Евгения Долуханова. Теж, до речі, всі відомі шахістки, і теж приємно, що саме вони склали цю трійку призерів. Вітаємо. І наскільки я так розумію, вони ж будуть і одним із учасників фіналу, так? Фіналом мається на увазі сеанси, які будуть даватися пізніше, так? Не, ну они не будут. У нас правило ксенсеров — это те любители, которые не попали в призы, и те, которые ниже рейтинга 2200. Поэтому будут несколько другие. Ну а Наталья Жукова... Ні, я мав на увазі, вони будуть учасниками фіналу сеансу з іншого боку. Вони будуть сеанс давати. Я про це мав на увазі. Ну, только Наталья Жукова, да, будет давать сеанс. Сейчас мы это... Секундочку. Да, будет сеанс. Вот как раз, да, будет сеанс проведен. Это реклама нашего сеанса в Киеве. Будет, ну, 30 сентября в 12:00 в Центре современного искусства М17, но это локация, я думаю, известна многим любителям шахмат. Мы уже довольно часто, Так, вже звичне місце для шахових да, змагань. такое интересное место. Опять же, тут кооперация и искусства, и шахмат. Это очень важно. Шахматы тоже в определенном месте искусства, да. И буду В давать. определенном, Да, да. будут давать сеанс я в Киеве, и Юлия Осьмак, серебряный призер Всемирной Олимпиады. 10 победителей из онлайн-турнира День независимости, именно которые соответствуют нашим критериям отбора. И 10 известных людей города Киева. Тут и блогеры, и предприниматели, и ученые, и деятели искусств. Ну и все они объединены одним — это любовью к шахматам. Вот, и такие же сеансы будут Будемо и... здавати, але повірте мені, дуже сильний склад учасників, реально дуже відомі люди в Україні, і там і відомі спортсмени. Якщо чесно, мабуть, такого ще сеансу в Україні не було. Будут сеансы проведены в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове. Ну, насколько я знаю, в Одессе будут давать вот как раз Наталья Жукова, олимпийская чемпионка и чемпион Украины 2014 года, член национальной сборной, очень сильный гроссмейстер Юрий Кузубов. В Харькове будет давать экс-чемпионка мира Анна Ушенина и главный тренер национальной сборной, женской национальной сборной Украины Михаил Бродский.
А в Днепре гроссмейстер Геннадий Гутман и Елизавета Малахова, по-моему, чемпионка Украины сейчас, дай бог вспомнить, какой год. Да, тоже международный гроссмейстер. Все будет Я интересно. скажу, що це було в Рівному, а який рік, то вже ти, може, краще згадаєш. Так, Анатолій, тебе плохо слышно, но я постараюсь разобрать. Вона була чемпіонкою. Да, что-то у нас со связью у Анатолия. Ну ладно, я буду, да, буду дальше комментировать. Я надеюсь, будет довольно-таки интересный турнир. Приходите, события в разных городах. Будет на нашей страничке, на всех областных федерациях, которые проводят это мероприятие. Это Киев, Одесса, Днепр и Харьков. Так что смотрите, все под эгидой Международной Федерации Шахмат при поддержке спонсора Швепс Украин. Так что будет интересно. И все это, да, еще напомню, все это будет на страничке. Вот киевский сеанс можно будет посмотреть вживую на Фейсбуке страничке Федерации города Киева. Так, ну да, тоже вот интересное событие буквально уже на днях, ну буквально вчера прошло, и я тоже был сыгран на Ческоме традиционный турнир, титульный турнир вторника, да, в котором приняли участие наши многие шахматисты. И что классно, ну, двое попали в финальную пурку, в финальную восьмерку. Это Антон Коробов и Александр Бортник. Вот, и это было супер. Да, к сожалению, не удалось попасть Александру Зубову, там чуть-чуть ниже и Юрику Зубов. Ну, вот видите, даже Хикару Накамуру занял 10-е место, даже он не попал в восьмерку. О, Анатолий вернулся, Анатолий, мы слышим. Как слышно? Друзі, ви мене чуєте? Володю, чуєш мене? Да, уже чую, да. Да, дякую. Так, справді, вівторок був дуже офігенно класний турнір. І дуже приємно, що там бортник наш виграв. Це, ну, просто мега Ну, подія, насправді. ты это интригу, я еще не досказал. А, стоп, сорі. Я Да, вискочив действительно. з офлайну, так. Да, действительно, были сыграны четвертьфиналы. К сожалению, Антон Коробов проиграл, по-моему, Панкратову, да, но вот Александр Бортник поочередно выиграл у вьетнамского международного мастера, потом, по-моему, обыграл. Сейчас же, кого же он обыграл? Потом обыграл Индича, это сербского шахматиста, и финально, вот я даже, интересно, вот сейчас вам покажу финальную позицию. Цікаво, до речі, ну давай. Сейчас, секундочку, финальная позиция. Да, вот финальная позиция, это финала, это он играл с Максимом Матлалковым, очень сильным гроссмейстером, по 2700 из России. И вот так удалось очень быстро поставить мат, ферзь на g6 мат. Вот, и действительно. Гравець Білорусі, до речі. Да. Ну, очень интересно, что, как написали, что Александра, это победа, четвертая победа. Ой, вернее, победа за последние 4 года первая, да, он часто играет, все очень часто был близок к финалу, но вот только сейчас удалось победить. Вот, так что, ну что, поздравляем Александра и желаем так и дальше, потому что это не только Отримати. это разыгрывается еще гран-при, разыгрывается гран-при, по итогам которого в четвертьфинале будет будет в декабре проведен супертурнир, поэтому надо войти, по-моему, в 16 сильнейших. Ну, только 16, так, 16 найкраще. будем желать только удачи. Так, ну Ми что? будемо відповідати про ці змагання обов'язково. Да, ну что, Тримати руку на пульсі.
Да, идет Кубок стримеров, проходит турнир на сайте Chess.com, русскоязычного издания, скажем так. И вот был такой своеобразный украинское дерби. Александр Зубов играл с Павлом Ильяновым, и да, и победил Александр 9-5, победил Павла Ильянова и вышел в полуфинал. И в полуфинале он встретится тоже с Александром с Александром Бортником, такое своеобразное, это даже можно сказать, Николаевское дерби, да? Вот Таке даже. враження, що українці вирішили до фіналу всіх звести докупи, що вони, не дай Бог, десь. Да, чтобы действительно, чтобы они не могли, ну не то, что не могли, но чтобы, да, чтобы не было чисто украинского финала тоже, да. Так, да, так что следите, ну матчи скоро, по-моему, еще точно нету, точно еще нет даты, когда Александр Зубов будет играть с Александром Бортником, но я думаю, это в ближайшее время. Но с той стороны я смотрю одни россияне, так что будет такое украинское-российское противостояние в финале. Так, ну что? Будемо знати, за кого вболівати. Да. Так, секундочку. Так, ну что, к основному нашему событию. Это, конечно, топ-событие, которое прошло в эти, можно сказать, ну, начиная с пятницы по воскресенье, это действительно, это онлайн-олимпиада, и в которой участвовала сборная Украины. В принципе, я ее все судил, ой, судил, комментировал, да, вот, комментировал. Анатолий, ты, наверное, смотрел, скажи, как твои ощущения насчет олимпиады, она важны, и как ощущение от выступления сборной Украины? Володя, ти пропав, я тебе не чую. Я тебя Точніше, слушаю. я, мабуть, пропав. Да, я тебя слушаю очень хорошо. Я хотел твои спросить насчет Олимпиады, что как. Ну, знаєш, в мене про Олімпіаду я переживав, я дивився. Чесно скажу, що я не буду мацькетайм дивитися онлайн, тільки вже після результату, бо це для мене дуже важко психологічно. Там я переживаю, все там нервуюся. Я чесно скажу, що я чомусь був впевнений, що Україна буде спокійно заходити з першого місця. Але чомусь мене здивувала турнірна тактика нашої команди. Якось дивно вона грала. Не в плані результату, а в плані вибору складу учасників. Може, ти мене просвітиш, чи наших слухачів просвітиш, чому така була дивна ротація, там мінявся повністю склад учасників в деяких матчах і так далі. І якщо у нас не було завдання, нема завдання боротися за перемогу, тоді я розумію з одного боку. А якщо це якась тренерська інновація, то я цього не розумію, чому у нас такі були дивні ротації. Ти ж тренер збірної, розкажи нам, будь ласка. Ну, на самом деле это, ну, как бы я не считаю, что слишком такие большие были ротации, Ну да, то як? есть. Повністю склад мінявся в деяких матчах, повністю Ну, склад на самом мінявся. деле там играли, ну, как бы, на самом деле группа поделена была, так скажем, на откровенно три несильных команды. Это Франция, Норвегия, Южная Африка. Ну, Словакия тоже так себе. В принципе, ну, как бы давали отдыхать основным игрокам в основных матчах. Потом, да, имело место и технические, как нестыковки, да, тоже у Василия Иванчука 2 раза соскакивал интернет, у Натальи Буксы были проблемы технического характера. Не без этого было, да, но в принципе Украина-то имела все шансы, перед последним туром Так. шли на Ну, первом ми останній месте. матч виграємо і по першому місцю виходимо без всяких плей-офф і так далі. Вот, ну так что в принципе все было в наших руках, и действительно, и такое вот обидное поражение Казахстану в последнем туре 2,5-3,5, ну не знаю, тут
тяжело сказать. Ну, там были. А, вот как раз, по-моему, там и были проблемы у Натальи Буксы с подключением. А, не, не было. Там не было, да, проблем с Натальей Буксой, да. Ну, как-то странно, действительно, матч. Матч не сложился, можно сказать. Там очень много было таких неприятных моментов, да, там и такую неприятную забрал Владимир Онищук, забрал пешку такую, которую, не знаю, так по виду не хотелось бы брать. Вот, потом, ну, много-много было, можно сказать, просто матч не сложился, такое тоже бывает. Не без кисло, этого. Да? Да, не без этого, да, было много в пользу сборной Казахстана, да, в принципе, даже там имели шансы отыграться, да, и такой пол, скажем, клик был у Антона Коробова, кстати, ну, удивительно, что Антон играл с тачпада, обычно с мышкой играет, он вместо ладья g1 дать шах, он пошел ладья f1 и пропустил пешка до b6, и из-за этого проиграл. Ну, в принципе, как бы, получается, из-за этого мы проиграли, если бы мы делали б ничью, мы б занимали второе место, и место, так, да, играли бы из сборной Германии, но там тоже было, там, в принципе, и Наталья Букса, скажем, стояла абсолютно безнадежно, и много раз, и действительно могла проиграть, но сделала ничью в ладейном эндшпиле. Поэтому много-много довольно таких, скажем, мелких, которые наложили события, не без этого, и, ну, ну, это игра, это бывает. Ну, давайте посмотрим, да, и вы видите результаты. Давай, довольно-таки. Давайте, давайте вначале посмотрим, опять же, результаты наших ребят. Это по доскам, кто наиболее сильно сыграл, да. Ну, результат, да, наиболее сильно сыграл это Кирилл Шевченко, 6,6. Да, 100%. Результат показал, выкосил то, что называется юниорскую доску. Вполне супер играл Антон Коробов. Если бы, конечно, вот это не последняя отсечка с партией с Джумамбаевым, тоже супер результат показывал. 5,6 шел. И вот, да, вот этот последний. Ну, что можно сказать? Да, Василий Иванчук немножко разочаровал, но опять же эти его вылеты пол из четырех, да, ну, мы надеемся, что к матчу с Китаем он восстановится. Вот он уже показывал свою силу в игре легенд шахмат. Он, да, то, но он Дин Лирена обыграл, да, да, Дин Лирена, да, и действительно подготовился. И говорят, тут уже ему хотят провести отдельную линию, вот, так что, чтобы не было никаких неполадок в технической зоне. Я можу сказать, дуже класний інтернет на головпоштампі у Львові. Можливо, туди треба привезти Василя, посадити якусь кабінку, я не знаю. Але просто, ну, дивно, коли в 21-му сторіччі виникають проблеми з інтернетом. Да, ну что, ну, неплохо сыграли и дебютанты сборной, и Надежда Шпанько 3 из 3, и Мария Берник 4 из 4, это девочек доска. Ну, поддержал и их Задор, и Матвеишин Виктор 2,5. То есть, вот, ну, как бы юношеские доски в порядке, да. Испытывали проблемы, да, на женских досках. Ну, не так просто, да, в принципе. Ну, Наталья Жукова 2,5 из 3. Не так, ну, скажем так, играла она не так много партий, поэтому, как бы, результат не вошел в топ лучших, но действительно. Якщо чесно, мене трошки здивувала ротація така. Ну, я не хочу зараз вдаватися в якісь конспірологічні теорії, але мені здається, що тренери трошки переборщили з маневрами, зі змінами складу. Мені здається так. Та, ну, я не вважаю так, на самом деле, да. То есть якщо это... людина виграє всі матчі підряд, її треба не можна знімати, вона має грати всі матчі підряд. Это, например, про Шевченко. Не, ну он играл практически все основные матчи, чего он, ну, именно все вот... Все основные, надо все играть, и основные, и не основные. Не, ну все вот играли. В том матче, где мы как раз и проиграли, он играл, и он и выиграл, поэтому... Слава Богу, хоть там играл. Поэтому там нельзя не это... Заменил. Ну давай к творчеству, наших, да, давай, ребят, да, перейдем. Да, давай, да, до практичных шахи. Так, да, ну вот это позиция из партии Коробов-Гири.
Это как раз, по-моему, седьмой тур, очень важный матч со сборной Голландии. Интересная позиция. Драки. Позиция, в принципе, которую постоянно играет Антон, он ее любит, знает. Такая своеобразная позиция из защиты Немцовича. Это классический вариант защиты Немцовича. У белых изолятор, ну, довольно-таки сильное давление на королевском фланге, да. Тут интересный ход делает Аниш Гири. Кстати, Аниш тоже очень много скальпов собрал. Он Мамедьярова обыграл, по-моему, еще кого-то. И, в принципе, играл отлично. Да, b5 действительно ход. Вроде бы как жертва пешки, но не совсем. Если забрать сразу пешку, то черные бьют на c1, бьют на f3, разваливают структуру белых короля. И после ферзь b6 невозможно удержать пешку на d4. Да, a6 вот очень важный ход. Да, Антон поэтому пошел ход a3, тоже ход напрашивающий. И тут Аниш действительно сыграл немножко как авантюрно. Хотя ход-то напрашивается. Не хочется, он дальше пошел опять. Разница между вот теперь белые могут взять. Теперь вот после ферзь b6 белые просто подкрепят коня и a4 пойдут. Да, невозможно будет его сбить. И не дадут пешку на d4. Ну, хотя вот то, что было после ладья c1, ферзь c1, слон f3g, в принципе, ну вот если бы я впервые видел, я бы сказал бы неплохая компенсация у черных, да, ну нельзя так сразу сказать. Наверное, правильно было не ферзь b8 играть, а ферзь b6. Ну, хотя, кто бы отказался от хода ферзь b8, потому что ладья c8 там сразу идет. Ферзь было слон d3. Ладья, да, ладья c8, ферзь d2. Да, ну тут вот. C8 да, с темпом, да. Да, ну вот тут как раз черные испытывают проблемы с пешкой а. То есть пешка опять, да, был ход конь d5, слон g3. Да, ну и они же сыграл немножко, как сказать, такой. Ну, хотя, опять же, вот сборная Голландии к этому времени практически потеряла шансы на какое-то большое место, поэтому, может быть, он, скажем, и играл так на публику, можно так сказать, да. Но понятно, что он тоже хотел выиграть, и это ход слон g5, это уже ошибка. Правильно было играть ферзь b6, не давать эту все-таки пешку, и после ладья c1, ладья d8 вот так отойти. Ну, хотя тут позиция после a4, я думаю, очень неплохая у белых. Где-то я хочу и по линии c заехать, и может ферзя где-то активизировать. Но еще до выигранной, ох, как далеко. Да, вот тут пишут, да, спасибо большое, нас поправляют тут, опять же, непосредственные, кто играл эту партию, Антон Коробов пишет, что тут позиция действительно у черных все нормально, да. Да, ну а после ферзь g5 был ход ферзь бьет a5, и после конь f4, слон f1, e5 такой опять же там накручивает, да, после размена ферзь a7 черные остались, даже можно сказать, давайте посчитаем, без трех пешек. Вот, без трех пешек. Ну, и в дальнейшем Антон действительно отлично реализовал позицию. Вот, можем даже в конце вот такая вот случилась позиция. Несмотря на то, что это разноцветные слоны, тут, ну, можно сказать, идет прорыв. Но слишком много пешек да, у белых, поэтому, да, был ход король h5, и слон b8 такой несложный прорыв f4 и пешка g. Проходит, для нее король должен держать пешку g, а теперь белый король просто идет в другую сторону, идет на c8, забирает слона. Ну, в принципе, несложное такое эндшпиль, да, и слишком много пешек. И Антон победил действительно очень сильного соперника, да, и ну что, красивая партия, что могу сказать, Да, Антон, гарна партия, так. респект и уважуха. Вот так, да. А эта позиция из партии, в принципе, тоже одного из судьбоносных матчей, как оказалось. Это позиция Кирилл Шевченко против одного из сильнейших юниоров на сегодняшний день. Это Адам Козак из сборной Венгрии. Международный гроссмейстер. Рейтинг где-то 2500, ну, выше 2500.
Да, и ну такая была не, скажем так, позиционно разыгран вариант берлинской защиты, ничего там особенного не было у белых, ну так чуть-чуть поприятнее, ну и в принципе и до сих пор эта как бы позиция сохраняется, да. Тут, скажи, неосторожно пошел вперед черные, пошли F5. На балконе E6, ну хотя Да, тут рванул на сын. после позиции, после конь F5, FG5, можно где-то даже на E1, либо на F2 отойти. Все равно сохраняется определенный перевес у белых, но может не такой большой. Ну, перевес это, во-первых, за счет того, что конь и ферзь, да, сильнее пара. И второе, за счет именно структуры, лучшей структуры, да, все-таки сдвоенные пешки у черных. Да, пошел вперед, вперед пошел Адам. Белые побили на F5 и пошли ферзь C4. Ну, вроде бы как теряются две пешки, да, белые напали на две пешки на A6 и на c6, но тут опять же задумали такую тактику, ход d5 задумал Адам, и вроде как неплохо, потому что пешку нельзя, вот допустим, если конь f5 забрать, ферзь f5 и забрать на c6, то есть вечный шах, ферзь f1 и ферзь f4, ничья. Да, это вот абсолютно точный ход, ферзь b4, классный ход. Идея в том, что если теперь черные пытаются забрать, ну, вилка на коня после хода d4, мы даем шах на b8, забираем пешку и забираем на f5, и еще на c6 параллельно забираем, да. И вот тут тоже красивая идея, тут правильный ход конь e2 на самом деле. Казалось бы, вроде конь e4 хочется пойти, Ой, законе 4, так. но вот после конь e4 такая красивая ничья, ферзь f1, король h2. Ферзь f4, теперь надо защищаться конем. Конь g3, и тут после h5 с угрозой h4. Белым, по-моему, ничего не остается, чем дать вечный шах. Вот такая вот хитрость есть небольшая, да. Да, в партии, значит, было. А, вернее, да. Ну, тут, правда, выигрывает после конь e2 и на ферзь f1, конь g1. Ну, как бы это временный конь не удел, да, то есть конь далеко стоит. Ну, в принципе, могу просто потом двигать свое там А4, Б4, просто проводить пешку. Ну, ферзь очень сильный, и поэтому позиция Голый король выиграна, черный. да. Да, после ферзь Б4 Адам пошел конь Е6, и тут тоже ферзь Е7 очень сильное решение. Д4 пришлось ходить, и после конь e5, конь e4, мощнейший конь на e4 стремится на f6, и мат там не за горами. Партии было h5, h4, c5. Ну, тут на самом деле очень быстро выигрывал ход конь f6, и после король h8, король g1. Вот такая вот ну, профилактика, можно сказать. И следующий ход ферзь f7. Допустим, h4, ферзь f7 с идеей ферзь g8 дать мат. Вот, ну, в принципе, тут опять же Кирилл немножко походил то, что называется, на месте, ничего. Ну, немножко ослабил, конечно, короля, но позиция и так выигранная, да. Ну, вот тут только был момент, теперь надо было только аккуратно. Вот, допустим, если ферзь f7, тут могли ферзь h3 черные побить. И после короля h3, ну даже эта позиция, как ни странно, выиграна. Тут сильно король h5, сильный король. Но все равно это не хотел давать. Кирилл пошел g4, побил, побил. Теперь ферзь не может уйти куда-то там на f4, потому что мат на h7. Он дал шаг конь f4, король h1, совершенно точный ход. И ферзь g8, ферзь g6, ферзь f8 и мат. Ферзь g8, ферзь g8, мат. В принципе, довольно-таки очень отличная партия. Ну, вообще, Кирилл довольно-таки очень сильно играл этот турнир, да. Там каждая партия действительно проведена очень на серьезном уровне. Так На что, высоком уровне, это правда так. вот, так что можно сказать, да, скоро действительно Кирилл претендует и на место даже в основном составе сборной. Вот, если будет... Коли буде осінні матчі Олімпіади, чи матчі світу Європи, невідомо, але як кажуть, будемо мати на увазі, так?
Да, ну действительно, да. Вот комментарий Антона Коробова, хороший пример на умение дезорганизовать оборону. Вот, отлично, да, хороший комментарий. Так, да, ну что, наша сборная... Антон, дожди мне двумя словами пояснити суть партії, так. Да, так, секундочку, да. Да, ну что, давай вернемся к матчу с Китаем, мы еще вернемся. Вот, давай поговорим о других группах, которые были сыграны. Да, эта группа А была сыграна. Это, в принципе, уже можно сказать и наши соперники. Довольно интересная борьба была. Ну, тут, в принципе, три сборные доминировали. Это Индия, Китай и Германия доминировали. Да, и в принципе, ну, Иран какую-то составлял конкуренцию, но недолго, да. Вот. И в принципе до последнего тура со 100% очками шел Китай. Вот. И в последнем туре они уступили 4-2 сборной Индии. Вот так решилось итог первого места. Ну, Германия, да, до. Як на замовлення, да, в принципі, могли ж команди зіграти десь там в перших турах, а тут саме от їхній особистий поєдинок залишився на кінцівку, так? О, цікаво так, в принципі, вийшло. Да. І Індія відправила Китай до України. Да, получилось, да, отправа Китая до Украины. Ну, Германия, кстати, вот она тоже проиграла до этого матча, и она немножко даже сбавила обороты в последний день. Она еще и проиграла и Узбекистану. Ну, в принципе, это ничего не решало. Вот, кстати, интересно, что я вот вчера разговаривал с тренером сборной Германии Дориана Рогозенко. Они играли в отдельной комнате. В принципе, как какой-то момент я видел, и сборная России тоже играет в отдельной комнате. Все вместе играли. Ну, у них, кстати, параллельно проходит German Masters. Это очень сильный турнир из сильных, скажем, ведущих немецких шахматистов и шахматисток. Вот, но мы к нему вернемся. И они играли в отдельной комнате. И мне кажется, именно вот, чтобы у нас вообще избавить от подозрений, что-то это правильный способ играть действительно в отдельной комнате. Там була камера, яка загальний вигляд показувала. Они могли предоставить, скажем, судьям эту камеру. Ну, почему-то судьи не захотели, как говорят, у них не было распоряжений на этот Але счет. вони були готові показувати, як Да, вони они были грають. готовы, да, и это, ну, в принципе, там действительно очень много подозрений, что многие играли не совсем честно. Ну, я не знаю, пока ФИДЕ не обнародует это. И пока вот только на первых двух этапах, я знаю, они там человек 6 Ну, дисквалифицировали. було, наче, чотири офіційно, а два ще там розбираються. Тобто, ну, а шість, правильно, чотири плюс два, так. Тут вопрос, да, вопрос от Антона Коробова. А у Василия некому інтернет оплатить? Ну, такое, да. В преддверии матча с Китаем актуальный вопрос. Вот, я думаю, не, я думаю, что действительно все будет нормально. Так, ну что? Купить хорошу мишку ще, мабуть, теж треба заодно. Да, напрямую Индия вышла, как и из нашей группы Азербайджан вышла. Китай будет играть с нами, а Венгрия будет играть со сборной Германии. Это группа С. Группа С тут катком прошлась по всем сборной России. Они действительно делают ставку на эту Олимпиаду. И у них все сильнейшие практически играют, я считаю, то есть сбалансированный состав. И они действительно катком прошлись по всей группе. Вот. Какое-то оказало сопротивление Армения и Хорватия, но все равно они проиграли. Да, ну, второе место неожиданно заняла сборная Болгарии. Она выступала без своих лидеров, без Чипаринова, без Топалова. Но даже здесь они оказались молодцы и заняли в такой компании второе место. Это действительно большой успех для сборной Болгарии. Чому так? Вони всіх обіграли там, ну, дві нічиї, всіх обіграли, окрім Росії. Тобто, ну, Ну, три хороша команда. нічиї, Вірменію да, обіграла три з нічиї, да. вами.
Да, Армения, Армения тоже были шансы у армян не попасть. И опять же, там им помогла, можно даже сказать, сборная России. По-моему, они в последнем туре румынов обыграли 4,5, да, и армяне как бы, как это, на последнюю ступеньку поезда. Сходинку заскучили. Да, заскочило, да, и сейчас посмотрим, с кем они будут играть. В принципе, действительно, неплохой состав был у сборной Англии, и от турков, и от египтян я ожидал большего. Вот, особенно от турков. Турки разорвали свою группу, но, видишь, что-то не сложилось, действительно. Да, до речі, ця група одна з таких самих таких непрогнозованих мала б бути, але ну от вийшло так, як вийшло. Ну, хорваты тоже в какой-то первый день Угу, і хорвати действительно там були, і возбудители турки, і спокойствия были, да. англійці, і ну, якось так, Да, ну, маємо, що маємо, да. румынов немножко не хватило. В принципе, такая ровная действительно группа была. Дуже рівна група, так. Да. А эта группа D действительно казалось тоже, как и сборная Россия, тут катком пройдутся Соединенные Штаты Америки, но не вышло. В последний день они начали уступать. Вначале они проиграли сборной Польши. Вот, кстати, сборная Польши тоже я считал их одними, то, что они обязательно выйдут, но они с большим скрипом вышли. Они, Вимучили. да, но они последний матч с хорошим счетом, по-моему, у Канады выиграли 5-1, но если бы сборная Перу выигрывала свой матч у сборной Бразилии, то выходила сбор, о, вернее, у Аргентины, то выходила именно сборная Перу. Вот такой вот расклад был. Як Да, все складно, и да. перуанцы имели большие шансы на победу. Вот, ну, Перу. А ну скажи, я хочу одно ще хто там в Перу, хто там з відомих шахтьорів Кори, грає? Кори, брат и сестра Кори, Кордоба, в принципе, они все за 2600. Так что смотри, у них неплохая школа, да. Вот, ну, тут тоже и сборная Италия боролась за путевку. Они обыграли, кстати, сборную Польши. Но Польша тоже почти в сильнейшем составе была, да, и Войташек, и Дуда играл, и девушки все. В принципе, поляки были-то сильны, но вот что-то действительно они в последний момент ступили на ступеньку. И теперь они будут играть в сборной Болгарии. А Греция, да, Греция тоже можно отметить такое. Греция тоже не считалась фаворитом. Но они, вот кроме матча с Соединенными Штатами, уверенно прошли дистанцию, обыграли всех основных конкурентов, да, и вышли. С запасом вышли. А, они только 3-3 сыграли со сборной Аргентины. Так что вот. Ну, я большего ожидал тоже от сборных Бразилии, Аргентины и Кубы. Ну, у Кубы вообще какое-то произошло, опять же. Они 6-0 им засчитали поражение от сборной Перу. Там интернет у них, как пишут, very bad был, да. Так что так, не без этого. Опять же, видишь, такое Так. технически вмешиваются в распорядок. Да, такая Dream Team подвели по итогам топ-дивизиона. Подвели и Dream Team собрали, которые больше очков, наибольший перформанс. Тут Ян Кристоф Дуда из Польши, 7 из 8 на первой доске. Малин Басиочич, неожиданно. Ну, он неплохой гроссмейстер, но 6 из 6 вырубить, это, конечно. По-моему, он обыграл или Грищука, или не помню, чего сейчас я точно не скажу. Да, вот у него победа. Вии, китаец Вии, 4,5 из 5, но это вторая доска. Сарадат Хадемель Шарих. Это девушка из Ирана. Вот Иван. она действительно она наводила шорох и на гран-при последнем. Вот, в принципе, очень сильная Ти шахматистка. пропустив нашого українця Рауфа Мамедова. А, да, Рауф 6-1. Алмамедова, да, почти украинца, да, тоже 6 из 6. Рауф тоже очень сильно играл и действительно вовремя заменил не так хорошо игравшего Шахрияра Мамедьярова. Ну, Ну, видишь, Диарон, так. да, ну тоже набрал 6 из 6. Ну, Рауф вообще быстрые шахматы очень сильно играет, и особенно Блиц, поэтому он действительно, ну, отличный результат, только можем пожелать и дальше ему успехов. Я думаю, він не образиться на те, що ми називаємо його майже українським шахістом, так? Да, вот, кстати, Дейзи Кори, ти спрашивав, хто свирепствував у зборної Перу, Угу, это Перу, Дейзи Кори, так. это сестра как раз Кори,
Вот, 6 и 7. Я, кстати, два раза с ней играл. Ну, удалось только в эндшпилях удалось ее переиграть. С молодью Венспель. Сабрига Гутьеррес очень интересно, 7,5 из 9. Последний год, в принципе, это вице-чемпионка Европы. Она, в принципе, играет-то неплохо, но последний год довольно сильно сдала, и тут показал отличный результат, 7,5 из 9, да, и играл очень сильно. Лей Тинджи, это китаянка, тоже известная, которая не так давно играла матч на первенство мира. Так, юниоры, прагна, да, я даже не вымовлю, да, этого юниора, Дуже складно, да. да, Багато виголосних. покорившего рекорд, да, рекордсмена, тоже 5 из 5 набрал. Кстати, очень важную победу одержал на китайским юниорам именно в матче против Китая. Андрей Есипенко, тоже не новое имя, в принципе, очень сильный юниор, тоже 5 из 5 набрал. По-моему, рейтинг уже 2670, где-то очень большой. Ну, наш вот как раз мы рады, что наш Кирилл Шевченко попал в Dream Team 6-6. И Дивья Десмух, это доска девушек из Индии, 4 из 5. Она тоже, кстати, обыграла китаянку. Вот, так что вот такая у нас сборная Dream Team. Да, на Ну, ваших... Сабрина так Да, вымалевывает. На ваших экранах это раунд нокаута. Вот уже Индия, Азербайджан, Россия и США ждут своих соперников. Да, в нокауте будет играть Греция против Армении. Напомню, это два матча будет. И победитель пары Греция-Армения будет играть со сборной Индии. Победитель пары Болгария-Польша встретится с Азербайджаном. Ну, тут не просто будет Азербайджан. Ну, в принципе, и Индии, если армяне выйдут. Они-то хороший состав собрали. Ну, посмотрим там. Вот. Итак, Россия ждет победителя партии Венгрии и Германии. Две европейские сборных очень сильные. И Соединенные Штаты ждут пару Китай-Украина. Вот, так что, в принципе, да, ну что, нашим надо побеждать, и дальше Америка. Все очень просто. Так, ну давай поговорим, да, о сборной Китая, предстоящем матче. Итак, завтра матч. Завтра будет трансляция на моем канале в 13:40 и на первой страничке Ческома. Приходите, будет интересно, будет супер матч. Мы желаем, если Антон нас слышит, удачи. Антон жарь всех, там нет никого сильных. Ты на самом деле сильнее всех. Ну, в принципе, да. В принципе, сборная Китая собрала всех сильнейших, кого только могла. Тут и Дин Лерин, и Ви И, и Хуи Фань играет на женской доске, хотя она обещала с женщинами больше не играть. Да, не грати, але тут це зробили виняток. Да, Ювінь Юнь, по-моему, Ювінь Юнь чемпионка мира, да? Или Тан Чонджі. Ты знаешь, кто чемпионка мира? Ну, Вин-Янь, да. Юнь, не Ювінь ти така ж Юнь, Юнь-Янь да. вроді, не Вінь знаю. Юнь, вроде она, да. Це вже дуже важко з цими Да, прізвищами. она вот... Не ображаються на нас китайські друзі, але Да, ну вот вже считается, важко. Де ім'я, де прізвище, де Юнь, де Янь. Считается, что у них не сильные юношеские доски, но тут тоже гроссмейстер Лиу Янь, тоже неплохой гроссмейстер. И гроссмейстер Шуай Ньер, тоже очень, очень достойный состав. Ну а запас вообще у них отличный. Ю Янь Гунь и Ксиэнджи, Тан Чунчжонь, Лей Тинджи. Ну а вот юниорок Ченьки я знаю, в принципе, юниоры тоже международный мастер неплохой, а вот девушку не знаю, ну тоже международный мастер. Вот, в принципе, довольно-таки сбалансированный сильный состав, но опять же, все может быть, и опять же, мы можем ну, скажем, и выиграть эту сборную, в принципе, у нас много шансов, скажем так, сыграть с ними хорошо. Ми виграємо обов'язково. Я надеюсь, і Василію ми проведемо сильний інтернет. Вот, і він завжди з китайцями очень хорошо грає. Так що буде інтересний матч, я вважаю. І нас ждет інтересне противостояние. Приходите завтра в 13:40. Смотрите, коментируйте. Все буде на моєму каналі.
Так, ну давай перейдем к событию, которое, в принципе, тоже будоражило. Ну, вернее, мы не успели его охватить, так как это событие было последний день нашей передачи. Мы еще не знали, как сыграло. Ну, в принципе, топ-событие. Але ти відчував, як це закінчиться, я це пам'ятаю. Да, я уже предсказал, можно было действительно, можно тотализаторе не играть, да, это не без этого. А, букмекери, на жаль, не брали ставок, мабуть, цей, так? Да, действительно событие. Ну, кстати, я вот прочитал отзывы о этом событии. Больше 70 миллионов просмотров. Это Ну, це шикарно, справді, це дуже круто. финал Для шахів Честура, Магнус Карлсен против Хикару Окамуры. Действительно очень супер борьба. Напрямую транслировал норвежский канал. И еще три канала транслировали тоже это событие. Я считаю, что это вообще для шахмат небывалый, скажем так, интерес. Так, для шахів це дуже круто, дуже Да, супер. гарні відгуки, гарні перегляди, гарні показники онлайн-трансляції. Тобто, ну, Да, реально це счет как был стало 3-3. мега-подією. И в последнем... Це без всіх тих наших натяків, ну, про які ми жартуємо. Давай посмотрим последний матч, потому что он такой судьбоносный. Это как бы седьмой сет, как говорят, да? Вот, седьмой сет. Давай посмотрим. Действительно интересные партии. Было что посмотреть. И многие... Ну, многие восторгались борьбой. Сейчас мы... Так, начался седьмой сет. Седьмой сет начался вот с такой, в принципе, довольно неплохую позицию получил Магнус Карлсен из берлинской защиты, да, и тут ход белых, да. И правильный ход тут был b4 на самом деле. За белых заставляю побить аб, и как раз вот, как ни странно, пешку а2 не теряет. Да, в этой позиции пошел ферзь f2, Хикару Накамура, и после ладья d4, конь d4, слон бьет а2, побили, да. Ну, вообще, такие пешки редко беру, да. Какую ты... О, таку не хочеться брати таку пішечка десь Ну, там. ты, наверное, вспомнишь, какую партию, какая это была партия, там, где забрали пешку на h2. Помнишь, нет? Ні. Одна из самых известных партий в истории шахмат. Это А, партия, спаски пішечка там. да, Спасский Фишер, ну как называют, вторая партия, может и первая партия, да, матча, да, где забрал пешку на h2 и Да. там заперли g3 и забрали слона, да. Іконик, Тут тоже Хикару запер слона, но на самом деле не так, после ладья d8 не так просто его выиграть, так как ладья на d2, на d1 связана. Это первое. И провисає там. ферзь на f2 тоже под какой-то определенной связкой находится. Да, партии был конь h на f5. И после аб, Магнус спокойно забрал на b3, пользуясь тем, что нельзя бить конь b3 из-за ладья бьет d1 без ладьи. Да, и тут Хикару, как говорят, пошел играть на все. На самом деле еще можно было ладья d2 пойти. Да, он побил сразу конь g7. Идея в том, что нельзя бить король g7, конь f5, и теряется ферзь. Да. А после вот... Ну, Магнус совершенно очевидно отреагировал ладья d4, ничего сложного. И после ладья d4 король g7. Может, Хикару рассчитывал, что тут есть ход ладья d7, с идеей выиграть потом ферзя на c5. Но после конь d7 конь как раз защищает коня. Ой, ферзя на c5. Поэтому этого хода нет. Последовал ферзь g3, король f8. Ферзь e3, конь d7. И в дальнейшем Магнус консолидировался и победил, легко победил. Вот с этого начался этот первый сет. Седьмой сет финального матча. Карлсон повел 1-0. Ну, кстати, очень часто бывало, что кто начинал вести 1-0, тот в основном и проигрывал. Да, Так. Хикару вот как раз в третьей
третья, это третья партия матча. Довольно интересно Хикару разыграл дебют. Опять же, наверное, он играл на победу, потому что четвертую партию черными играть. И тоже была это берлинская защита. И он получил очень активную позицию. Не знаю, как-то оптимистично Магнус Карлсен забрал пешку на c2. И да, и тут Хикару абсолютно правильно пошел h6, g6. Ладья c1. Ну, вообще, проблема черных, как ни странно, король на g8. Вроде как возле него много фигур, но вот посмотрите, черные поля, что очень важно при игре как раз с разноцветными слонами. Вот они не прикрыты. Да, Магнус побил ферзь d3, ну, в принципе, где-то примерно то же самое было, если побил бы на a2 после конь e7, слон g5, с идеей слон f6 мат, и после конь d7 был бы такой ход, ферзь бьет b5. И, да, и на ферзь b2 уже можно там осуществлять жертвы, и король там убежал бы, а тут мат. Вот, Магнус пошел ферзь d3, ладья d1 был ход сделан, ферзь c2. Вот тут, кстати, конь e7 выиграл, но не просто выиграл, потому что у черных есть такая идея ладья h6, и не просто выиграть на самом деле. На ладья c1 играть, бить на c8, вот такая ладья c7. Ну, не знаю, нашел бы, не нашел бы. Еще, ну, так вот, с точки зрения, я смотрю за людей. Ну, еще вагон игры. То есть, я бы не сказал, что это выигранная позиция. Но компьютер у нас есть, этот электронный разум, который оценивает с большим перевесом. Да, Хикару пошел конь g7, ну... Тоже ход напрашивается, что с ладьей делать. Да, Магнус пошел слон b7, хотя могут слон e6, наверное, он создавал больше проблем. Слон все-таки ближе к королю. Да, пошел слон b7, после конь e8, ладья e8, f3. f3 такой укрепляющий ход, ферзь a2. Ну, кажется, что у черных довольно-таки сильная пешка a3. Ну, всего... А, еще тем более две пешки. Кажется, что у них полный порядок, но тут проблемы оказываются на самом деле. Да, ферзь c3 очень сильный ход, и тут две идеи нападают на короля, ферзь нападает и держит пешку а. Ладья а8 пошел Магнус, опять же уверенный, что сейчас проведет пешку. Ну, еще сохраняло шансы на борьбу ход b4, и там... По-моему, ферзь А1 должны играть белые, но они заберут пешку на А2. Ну, наверное, объективно позиция все равно выигранная, поэтому да. Ну, еще можно вот там ферзь Б3, ферзь А2, но выиграна, наверное. Да, пошел ладья А8, и тут после ладья Б1, ферзь Е5 с угрозой ферзь Ж7 мат, и после конь Е6 слон Д4 с угрозой ферзь Ж8. Ну, вернее, после ферзь Е5 вообще сдался Магнус, а после конь Е6... Угроза, да, мата по на h8. Тут даже король не может убежать, потому что шах на h8 и на король e7, слон f6. Вот так отыгрался Хикару. Хикару отыгрался и... так, это у нас... это у нас Анатолий пропал, да, извините. Анатолий, куда же ты пропал? Сейчас это у него проблема со связью, да. Ну что, а чего меня? Я там, я здесь, меня дублируют, отлично. Вот, будем ждать Анатолия, когда мы сможем его пустить. Ага, вот Анатолий у нас опять появляется. Сейчас, секундочку, мы его пустим. Да, и продолжим наш матч. Да, Анатолий, слышно, да? Да, теперь я знову да, в эфире, так, чую. Да, ты у нас пропал. Пропал, теперь снова я в горе, как кажут. Тут говорят, что меня дублируют, я и там, и тут, так что, может, это и неплохо. И там, и тут, это да. Ну, тут я один и два, там, меня двоих дублируют. Так, ну что, продолжим анализировать матч. В итоге стал, да, 1.5 на 1.5, потом 2-2, и вот две дополнительные партии, довольно-таки интересные. Это, причем интересно, вот первая партия. Ну, довольно-таки, не знаю, как
по мне, так оптимистично разыграл Магнус дебют, опять же, несмотря на слабости. Ну, хотя тут разноцветные слоны и... Оптимистично да. Через хлябано. Да. Такое, точнее же, слово. Да, тут, да, такое расхлябано, да. Ну, хотя, опять же, позиция не такая простая. Да, ферзь e6, отличное решение. Отличное решение Магнуса. Ну, во всяком случае, это напрашивается. Кстати, бить на c5 нельзя, потому что после h... Хода h6 не так просто куда-то отойти ферзем. Если на e3, то ферзь c6, мат, и нападаем на ферзя. Если... как-то ферзь g3, то конечно 5, мы его спрашиваем, а куда же ты дальше пойдешь? И на ферзь h4 решает ход ферзь c6 с двойным нападением на g2 и на пешку и на слона c5. Вот, да. А после хода еще было сразу можно было пешку забрать, да, ферзь c5 хикару, но тогда после слон g2 стандартная жертва. Ничья. Закончилась бы в ничью. Да, ферзь e6. Отличный ход. Да, в партии был ход h3. Да, и вот тут, мне кажется, мог пойти c4 сделать ход Магнус. Наверное, не так просто было его пробить, эту позицию. Да, он пошел ферзь c6, f3, такой сильный ход. Может, он понадеялся на ход h6, но тут уже так непросто. Непросто было удержать равенство, надо было играть ферзь b6. Ну, неожиданно, что этот ход держит равенство. Вот, серьезно. Ферзь b6? Да, именно ферзь b6 держал равенство. Идея в том, что если конь h4, то назад ферзь c6. И теперь конь c5 нету из-за перегрузки ферзя h6. Ферзь не может слона e3, на ферзь f4, конь d5, да. Вот такая перегрузка. А если слон бьет c5, то я просто на b2. И на слон d4 такой ход неожиданно. h6. И на ферзь g3 и ферзь b4. Очень сильный ход. Идея в том, что на слон бьет f6, ферзь b6 возвращается. Ну, тут даже лучше позиция. Ну, понятно, что это немножко кооперативный вариант, так не было. Но, во всяком случае, вот такой хитрым ходом ферзь b6 он держался. Он пошел h6 и ферзь c5. Ну, вот эту он позицию начал играть. В принципе, не так и много убил. Но как-то переиграл его Хикару. Хикару переиграл и победил довольно уверенно. И буквально счет стал в матче 3-2. И вот Хикару всего ничего осталось там до полной победы в матче. Его ничья прям была. И да, и вот это шестая партия. Вот, я думаю, один из самых ключевых моментов этого матча. Да, ход черный. Последний ход сделал конь c5 Магнус. Да, как бы, ну, понятно, что такого коня терпеть нельзя. Вот, ну и надо было думать, как же его ударить. Вот, наверное, проще всего надо было побить слон c5, bc и a4. И как бы... Этот слон довольно хороший, он контролирует линию d. Да, у белых два слона, но не так просто их реализовать. Опять же, конь на c6 неплохой, слон упирается в пешку e5. Ну, возможно, были какие-то шансы, там, f4, но на походу все фигуры нормальные у черных. Да, в партии было b, a, b, слон c5, ферзь c5, bc, конь d4. Ну, кстати, не так плохо еще у черных. Да, тут два слона, но конь на d4 очень сильный, то есть рано или поздно с ним надо что-то делать. Да, Магнус пошел король e2, конь e2, ладья d3, слон e5. Вот, я думаю, один из самых ключевых моментов. Вот тут, тут слон d1, наверное, оставлял за белыми шансы на ничью. Ну, такой есть кооперативный вариант. Если ладья f2, то слон f3, король g1. И черные развязывают этого слона. Просто ходят король g8 и на ладья f1, ладья e8. И невозможно бить, так как слон на e5 висит. Да, ну, в принципе, может быть, он побоялся на ход слон d1. Ладья бьет d1, ладья d1. Слон бьет c7. Да, у черных... Ладья c8, допустим. Теперь у нас слон d6, наверное, ход b6 очень сильный. Вот, надо ходить слон b6, g5, да. В принципе, две пешки, но наверное, слишком линий много у открытых у черных. Наверное, король придет на f7.
рано или поздно должны будут белые пойти f4, ну и там с шахами на короля, да, довольно, наверное, достаточная должна быть контр-игра у черных. И, наверное, позиция все-таки ничейная, да, скорее ничейная, чем выигранная. Вот такой вот шанс был у Хикару, я думаю, и он мог победить. Да, в партии он побил на f3, и после ладья b2 у него немножко подвисли пешки. Ну, не знаю, может быть, h5 еще стоило не уводить слона на b3. Как-то h5, слон c7, ладья d3, с идеей где-то... Ну, допустим, такой вариант. Так, так. Идея в том, что если где-то ладья b1 пойдут, белые можно как и слон a4 с переводом. Слон на c6 и еще ладья b4. Ну, можно и так, но можно было и слон d1. Если теперь белые забирают на b7, поставить слона на f3. Ну, вот тут все-таки больше, как упорнее, как говорят, было. Да, пошел слон a4. Ладья бьет b7, я думаю, что тут уже цейтнот был, и Хикару просто не заметил, что после слон c6 слон бьет g7. Ему навесили, ага. И ладья c7. Да. И забрали. Ладья g7, ладья c7, да. Да, и забрали бы эту, да. Все выгребаете. Да, он пошел ладья f7, но тут после c6 очень важный ход. Просто гибнет пешка на c7, h5, слон бьет c7, король h7, слон d6. Ну, тоже, вот, кстати, тоже победил. И там мы видели разноцвет, и тут разноцвет, вот. То есть отыгрался Карсон, да. Ну что, у Карсона было право, так как он лучше сыграл в туре, выбирать, ну, в основном туре выбирать свет последней партии и Армагеддона. И Карсон выбрал цвет... Черный цвет, и ничья ему давала победу во всем матче. И в туре даже, во всем туре, скажем так. Да, вот такая позиция была, да, в принципе, ну, как сказать, вот тут, какой бы ты тут ход сделал, Анатолий, вот тебе такая... Хорошее питание, не знаю, так на скидку. Очень разбегается, что хапать. Да. Не, ход черный, на самом деле. Вот. Ну, наверное, да. Тут я читал комментарии Карсона, он говорит, что он немножко тут не растерялся. Ну, типа, вот, он не знал, куда ферзем отойти. На самом деле, ферзь e6 мог он пойти. Ферзь e6? Да, не, ну, как бы ничего такого страшного не было. Да, последовала жертва ферзя, но на самом деле... По-человечески он сыграл неплохо. Почему я эту позицию считаю больше ничейной, чем выигранной? Потому что, ну, как бы пешка F поменяется на пешку E, и там будет очень тяжело взорвать эту позицию. То есть это будет крепость. Я бы сказал, F8 там так... Ну, в принципе, где-то примерно так и было. А тут F3, пришлось белым следить за пешкой. Ладья d2, e6, f2, да. E7. Тут какой хит был, еще раз, какой хит был? Какие позиции, что ты показывал? Ладья бьет d3, он и побил ладья d3. А, ведь по пешку? Да, ферзь e7, ладья d1, король b2, слон c6. e5, да, белые тоже должны, белые проиграть могут, если не вести пешку e, так как черные пойдут f2 и слон g2, да, e6 приходится... Белым доводить пешку до e7, но она вот теряется. Да, и вот такая позиция. Ну что тут? Ну, ничья, к сожалению, да. Тут Хикару постарался выжать из нее максимум. Кстати, интересно, это же все-таки был 4-5, да, и многие отмечали, что, ну, очень часто это был без добавления. Хикару мог бы тут стоя, может быть, и просто и флаг срубить, да. Вот, и что очень часто мы видим у блицоров, вот именно в интернете, они просто тут стоя. Я, кстати, вот насмотрелся даже Кубка независимости Швепс, вот, там даже ладья против ладьи выигрывали, да. Ух ты, вот. Ну, это за наши украинские видишь, тут борются до последнего, даже за такие мелкие призы. А тут я, кстати, на кону первый приз был 140 тысяч, а второй приз 80 тысяч. 80, то есть на кону были 60 тысяч.
Вот, и ради 60 тысяч, я думаю, многие бы рвали бы и метали, да? Порвало бы, Саша, можно порвать. Да, тут действительно Хикару проявил, ну, скажем, ну, какое-то уважение может быть, да, уважение к шахматам, что шахматы это не только переставление фигуры, а шахматы действительно это Коли спорт. сказав Едуард Гуфільд, що іноді бліц можна грати чисто з годинником без шахівниці. Ну, Тому так раз, да. ну, Да, ну можливо, видишь, якраз да, он таким образом проявил уважение, постарался выехать. повага, так. Да, пошел b4, но абсолютно правильно ему пошел Карсон b5. Да, и получилась позиция, скажем так, ничейная. Ну тут даже тут слон b5, я тебе, по-моему, этот эндшпиль ничейный. И ладья туда-сюда ходит d6, b6. Так что не без этого, даже этот эндшпиль ничейный, да. Крепости невозможно Да, ее погибать нет. взорвать никак, да. Ничья, вот так победа Карсона, видишь, и все игры до последнего, как я и предполагал. И Ну, скажи, будь ласка, ну, мені здається, що така партія фінальна, ну, не є окрасою всього турніру, якщо чесно. Ну, от для мене особисто. Ну, борьба шла, нерви были, а почему нет? Вот, я думаю, Ні, что я не почему. кажу, що чому ні, але просто ну можливо, якраз для фінального матчу треба було не Армагеддон, а грати до упора, там, наприклад, по дві партії бліц, там чи якось так. От грають дві партії бліц, чорні-білі, щоб якось. Ну, Армагеддон це ну от нічия чорними перемога, це для мене трошки Да. неприйнятні такі варіанти шахи, чесно. Ну, может быть, может надо играть до упора, как в этом, как в Дві НХЛ. партії Армагеддон грають білі-чорні, мікроматчі з двох партій до упора. Ну, В может Армагеддону быть, це ну, может быть. реально. Це... Ну, кстати, было такое на Кубке мира, я помню, такое правило было, и матч был супер матч, как раз чуть ли не в первом круге между Павлом Трегубовым и Варуш Акопяном, да, и они там, по-моему, что-то они сыграли, я не знаю, ну, матчи 8 или 9 по 1-1, 1-1, 1-1, и в конце таки Прекрасно, Варуш прекрасно. выиграл, да, и они, по-моему, чуть ли не до 12 ночи играли. И я помню, я Павла Трегубова встретил в аэропорту где-то в 6 утра, но так это было больно смотреть на него, и, то есть это все силы Нічого, це изъяло. спорт, а що? А хто Да. казав, що буде легко? Ну, Все это... нормально. Ну, по-моему, Мені це сподобалось, якщо чесно. в НХЛ до сих І хай пор би есть. Карсон за Камбуру теж грали до упору. Да. В НХЛ до сих пор есть правило овертайм и скоков, да, там, по-моему, до конца, да? Ну, там є різні моменти. Колись в чемпіонаті Росії в КХЛ грали, здається, що там 8 годин не могли ніхто нікому забити. Якщо мене зважує пам'ять, там Сіверсталь з кимось грали ще, вони мучилися. 8 годин овертайм тривав. Так що всяке буває. Ну, в НХЛ тоже там много рекордов было, я помню. 6 овертаймов, что-то там такое Так, безумное. так, так. Нью-Джерсі колись теж катало, Там, так було, по-моему, по-моєму. уже людей не было, кого выпускать, по-моему, там. Вже всі, вже навіть пепсі-кола закінчилася в усіх барах навколо. Так что тоже бывает. Ну что, турнир всем многим понравился, и Магнус продолжит, вот, и он обещает еще больше Ну, мені туров. не сподобався турнір. Еще больше От фінал мені зовсім не сподобався, якщо чесно. призовой фонд буде турніру. Ні, партія інтересна, дійсно, фінальний матч. Партії цікаві, але мені сама спортивна складова мені така не подобається. Я ж спортивна пояснив чому. Мені составляющая, да? хотілося, щоб це було не вимучений Армагеддон, а така нормальна, де хтось когось перемагає. От мені це спортивне складування сподобалося. А те, що хлопці молодці, пограли, хороші суми розділили, банили, все нормально. Да, ну что, Магнус объявил новый сезон с ноября. Ну, не знаю, будет интересно, посмотрим. Видишь, опять же, на фоне очередной волны коронавируса, боюсь, что это будет тоже одно из топовых соревнований. Ну, и не, оно и так топовое. Здоровая хвиля коронавирусу якраз включить новий сезон, так, мабуть. Да. Так, ну что, не можем мы не упомянуть тоже об одном топ-соревновании, которое будет буквально, по-моему, 11 с 11 по 13 сентября.
Великий и ужасный возвращается. Это я у Гарри Каспарове. И он сыграет вот тоже по интернету против сильнейших игроков именно в шахматы Фишера. Фішера, так, це дуже важливо. Як ви, за моєю інформацією, Гаррі Кінгс сказав, що ні, слухайте, друзі, в Бліц Рапід я вже трошки, ну там, за віком, мабуть, з ними не зладжу. Але на розуміння шахів, шахів Фішера, я ще з ними покатаю. Така була ідея Гаррі Кінгса, резюме, відповідь на запрошення. Тому він погодився грати в шахи Фішера, а в Бліц і Рапід відмовився. Да. Ну да, там другой состав, это будет турнир под эгидой Сент-Луисского клуба, по-моему, вот, так что... Сент-Луис, так. Будет... Шахова столица Сполученных Штатов. Да, вот, ну уже можно и мира уже скоро, чувствую, ну... посмотрим, да. Да, будет интересное соревнование, так что следите за событием, опять же, любой выход... Каспарова это событие, вот, и он, в принципе, поддерживает форму, и, насколько я знаю, довольно серьезно относится к шахматам, опять же, его работает школа Каспарова, или фонд Каспарова, да, вот, и наш Игорь Самоненков как раз был на лекции, вернее, на небольшой сессии этой школы, так что, в принципе... И довольно интересное будет событие. Посмотрим на фоне новых звезд. Тут видишь, и Фируджа будет играть, молодая звезда. Вот, и Накамура. Ну, так я смотрю, очень, очень сильный состав будет. Практически можно сказать. Да, дуже класний склад учасників, насправді такий. І що цікаво, такі креативні шахісти. Хочеться від них подивитися от якогось такого гарного екшену. Ну і від тебе коментарів потім подивитися. Цікаво було. Ну, посмотрим, да. Ну, давай от онлайн-шахмат давайте перейдем к живым шахматам. Насколько я знаю, начался живые шахматы и чемпионат Чехии, да. Вот, ну, а вот это интересный турнир. Это то, что я говорил, немецкий турнир Masters. Вот, который прошел в живые шахматы очень часто. И это несмотря на онлайн-олимпиаду. Вот. Ну, у немцев все просто, если они там за год запланировали мероприятие, оно пройдет, невзирая ни на что. Невзирая ни на что, да. Да, запланировали мероприятие, даже игра команды в онлайн-олимпиаде ее не сдвинула, поэтому у них состав не такой сильный был. Тут действительно все сильнейшие играли, сильнейшие, и победу одержал Матиас Блюбаум. У мужчин, а у женщин Сиберфиона. Вот такая молодая девушка. Действительно, она обыграла многолетнюю лидера немецких шахмат. Это Элизабет Пёц. Вот, кстати, недавно был скандал с Элизабет Пёц. Знаешь, нет? Не, расскажи, вот, поделюсь байкой, да, с Элизабет Пёц. Ну, Элизабет, в принципе, играет так хорошо. И она дала свой аккаунт там своему другу поиграть на личесе, да. И этот аккаунт забанили. А по новым правилам, если тебя забанили на личесе, то есть это чуть ли не уже сразу и фиде дается информация и так далее. И был большой скандал играть ли Пёц... На увазі він грав з використанням програм чи що? Да, з використанням програм, да, грав. І був великий скандал, грати ли Пёц на онлайн-олімпіаді, тобто її не хотіли брати за збірну. Ага, да, да, опять да, же, да, не хочуть, ну, от Германії не хочуть людей, замішаних в читерских скандалах брать. Вот. Но Элизабет сразу написала, она написала, что она играла турнир, она просто физически не могла играть. Ну, как-то эту историю замяли, но все равно как-то осадок остался, да. Вот. А у друга, что трошки за, ну, ну, не знаю. Не в курсе, да, да, этих нюансов. Не, ну, он может, это, опять же, тут амбиции простая, наверное, и амбиции, и простая человеческая жадность, наверное, тоже играет значение, вот. И... жадность плюс дурость. Вот, кстати, про жадность мы еще с тобой немножко поговорим, это действительно... Ну, давай.
Вот. Chess.com анонсировал свою новую программу, которая, кстати, была испробована уже на Кубке независимости Швепс, вот, 2020 онлайн. Вот, опять же, результаты ее скоро будут обнародованы. Ну, вот, в принципе, это Chess.com, опять же, обнародовал, скажем так, не вдавая в подробности в личности. Вот, обнародовала, сколько она забанила, и говорит, что эта цифра уже больше 500 тысяч забаненных людей. 500 тысяч? Да, 500 тысяч, вот всего ничего. Каждый день, по-моему, они банят, или 5 тысяч, что-то там такое, там, как-то... Ну, не каждый, нет, 5 тысяч на неделю, да. Вот, ну, в общем... Добре, якось там повідомим персонам, наприклад, повідомим якимось вот, переможцям. Вот, как раз, смотри, видишь, вот тут это такая вот статистика, если ты видишь, из всех выявленных любителей подсказки 46 были гроссмейстерами, 12,6%, представляешь? Ну, так, я бачу цей матеріал. Да, в том числе 8 с рейтингом 2600 и выше, то есть не без этого. Вот, 80 международных мастеров и 112 мастеров ФИДЕ, то есть больше половины это титулованные шахматисты, так что, вот, и из этих 90... Да, в семье не без урона, да? Ну, да, видишь, это да? Тяжело, так, опять же. Ну, в принципе, мы на эту тему постоянно говорим, и это и то же мнение вот было... по-моему, Назара Фирмана, да, он говорит, что ну, ребенку вообще очень тяжело удержаться от того, чтобы не это не читерить, это действительно должна быть очень большая работа проделана тренером, чтобы уверить его, это не надо делать, и да, но опять же, ну, тут не только есть... Ну, на самом деле... Тренеры, давайте не батьки, а тренеры. Да, на самом деле я читал статью... комментарии Эмиля Сутовского от ФИДЕ, что они тоже стараются бороться с этим явлением. Ну, я так смотрю, ну, вот на самом деле, вот если так посмотреть, еще не все забанены, потому что очень многие люди, я тебя могу, очень сильно заиграли. Вживую они так не играли, а тут вдруг в онлайне такой стиль игры показывают бешеный. Вот, и это очень... Вот. Підозріло, так? Да, очень подозрительно. Так, а ти скажи, будь ласка, а по турніру Кубок Незалежності, якісь підсумки вони будуть пізніше? Хоть на дякни, що там у нас? Ну, буквально, ну, буквально, так, а що, буквально на днях будуть підсумки, да, ще. Ну, мені кажется, ще ця програма сировата, опять же, перед, як этими говорять, умними читерами, доволі таки тяжело. Ну, вот. Ну, це робот чи люди? Это, во-первых, автоматическая программа она делает. Ну, но... робот плюс люди, да? Да, но, опять же, люди ее немножко контролируют, опять же, смотрят. Ну, вот, там много особенностей и так далее есть. Там, опять же, вот, как ни странно, не показывают вот титулованных игроков, какие забаненные именно... ники, да, вот ты не можешь это узнать, допустим, информацию. Если любителей ты можешь узнать, что они забанены, а титулованных не можешь. То есть они как-то там сами титулованные там. Ну, правда, титулованный не может на свой ник заходить. Вот такая вот особенность. Приходится ему новый делать, так что если вы увидите, что кто-то делает новый ник, то это оно. Так что так. Ну да, да. Действительно, ФИДЕ начал бороться, там вплоть до больших штрафов. И ну что, посмотрим, как эта борьба будет, опять же, на фоне. Ну, опять же, я разговаривал с Дорианом Рогозенком, тренером сборной Германии. Он говорит, что очень многие там, ну не знаю, вот они играли честно, они играли в одной комнате, почему это действительно нету условий это в Олимпиаде, хотя вот тот же чемпионат Европы, который детский будет в сентябре проводиться, они же сделали там несколько комнат, и только с этих комнат могут играть шахматисты. Треба
в певних кімнатах, з певними умовами. Там, ну, далі дуже серйозні умови. Я не знаю. Ну, от, ну кстати, я знаю, от що тут Українська федерація готується до цього турніру, але це буде мега складно. Ну, а чому мега складно? Ну, тільки хороший інтернет. Лучше, чем у тебя берется. Вот. Потом. Потом что? Ну, комната отдельная делается. Судьи, да, судьи у нас есть. Ну, правда, тут с судьями, а судьи кто, знаешь, это как говорят. Ну, наши тоже, ну, да, могут там подсуживать, да. А ну, де гарантия, что участники судьями не домовляться и так далее. Так что. Не, ну теж там просто несколько камер делается. Опять же, одна камера делается на весь зал, что ты, что другое, там шеф-арбитр может смотреть, и все нормально, почему нет? Вот. Володю, ну, досвід показує, що можна зал показувати затримкою там на 10 хвилин, там, наприклад, чи ще щось. Ну, тобто, купа є хакерських методів, які можуть обійти загальні якісь такі загальноприйняті моменти контролю. Так що не знаю, не знаю. Ну, подивимося, як це да, буде. Посмотрим, да. Ну, анонсую я матеріал 24-го каналу о справжніх шахматах. Вот победитель нашего турнира Швепс 2020 и Александр Зубов. Вот что-то подсматривает в телефоне. Да, ну. Але він ще до початку партії дивиться, так що. Нельзя його за это фото забанить, да, нельзя. Опять же, посмотрите. Так, за це фото не можна забанити. Посмотрите класний матеріал дійсно на 24-м каналі. Ну что, нас, в принципе, ждет довольно-таки интенсивная неделька. Я очень надеюсь, интенсивная. И надеюсь, что сборная Украины пройдет как можно дальше. Я хочу. Так, у нас будет олимпийское продолжение, сподіваємося. Да, хочу увидеть это в финале. Опять же, завтра приходите в 13:40 на мой канал. Будет интересный комментарий матча. Это два матча будут. Наша сборная будет играть со сборной Китая. И надеюсь. Начало в 2, так что, ну, с 13:40 мы начнем наш эфир. Опять же, все интересные расклады, все статистика, все будет в вашем распоряжении. И будут, опять же, и экспертная оценка тоже будет. Вот. И в воскресенье анонсирую 30 числа это сеансы. Следите за анонсами и Федерации шахмат города Киева, Днепра, Одессы и Харькова. Все будут анонсы по сеансам. Так что смотрите, будет интересно, будет такое нетривиальное событие, когда именно в четырех городах проходит такое массовое мероприятие, можно сказать так. И опять же, антикарантинное. Антикарантинное, да. Ну, это еще тут это. К нам еще заглянут эти поборники карантина. Вот. Опять же, Кубок независимости идет. И будут уже на следующей неделе результаты. Тоже следите за этим событием. Наверняка есть Чесбомбе, по-моему, есть и Фоу Чес, наверное. Тоже можно следить за этим турниром. Всі новини на українських шахах обов'язково. Обов'язково, да. Фейсбук-сторінка «Українські шахи». Долучайтеся, друзі, коментуйте, пишіть нам. Ну, друзі не хочуть получати приз, ніхто не хоче з тобою грати. Ну, всі бояться зі мною грати, розумієш? Да, ти напугав, у тебе така кофточка. Це Карпати чемпіон, ні? Ну, мабуть. Почти, да. Ще невідомо, хто чемпіон. Да. Скажіться, Воска, це біло-зелені кольори Воска, яка 5-2 розвинула рух. Тому вже всі злякалися тепер. Ну що, я надіюсь, завтра буде інтересний репортаж, інтересна буде гра і дійсно удачі нашої зборної. Дякую всім, хто дивився наші теревеньки. Мы опять же и следующую среду обязательно выйдем. Вот, и с как бы с финальным обзором Олимпиады и остальных шахматных событий в Украине и в мире. Друзі, обов'язково потеревенимо. Дякую, що ви про нас не забуваєте. Заходите
і дивитися нашу програму. Дякую, Володю, тобі. Всього найкращого. Всім до побачення і до скорих зустрічей. До зустрічі.